Экскурсию по Видновскому перинатальному центру для высоких гостей проводит главный врач учреждения Тамара Белоусова. Сегодня вместе с главой Ленинского городского округа Станиславом Катровым центр посетил руководитель управления Федеральной службы государственной статистики по Москве и Московской области Леонид Калимулин. Внимание региональных властей к демографической политике в муниципалитете не случайно. Городской округ очень быстро развивается, растет. Мы проводили перепись населения, и за 11 лет с 10 по 21 год городской округ вырос на 200%. Это один из лидирующих показателей не просто в Московской области, но и вообще во всей России. Московская область, руководство городского округа прилагает все усилия для того, чтобы качество жизни населения на территории было прекрасным, для того, чтобы люди из других регионов нашей страны приезжали, находили здесь свое счастье. Тамара Белоусова рассказала, что в перинатальном центре широко применяются собственные уникальные технологии. Зарегистрированы 4 патента, методики которых позволяют успешно проводить органосохраняющие операции. Главная специализация центра – помощь недоношенным и новорожденным с патологиями. Реанимационная помощь оказывается прямо на месте, в блоке или в операционной. Туда катится эта штука. Транспортный кейс. Здесь все, и аппараты подключаются, переключаются, там стабилизируют на месте, потом переводят сюда. Несмотря на общую позитивную атмосферу встречи, Тамара Белоусова поделилась и рядом накопившихся вопросов, с которыми сталкиваются врачи перинатального центра. Год от года нагрузка на учреждение растет, а площадей не хватает. Выходом из положения стало бы строительство нового корпуса. И эту идею поддерживает глава муниципалитета. С главврачом Видновского перинатального центра мы все время на связи, работаем над тем, чтобы в нашем муниципалитете появился дополнительный корпус. Для нас это действительно сейчас очень важно. Будем обращаться, конечно же, и в правительство Московской области. Таким коллективом, как Тамара Николаевна и ее коллеги, хочется эти возможности, конечно же, всегда давать, чтобы они еще больше радовали наших жителей. А поводов для радости врачи перинатального центра не устают добавлять. За все время существования родильного дома с 1986 года здесь родилось более 129 тысяч малышей. В том числе в перинатальном центре с 2013 года более 68 тысяч. Максим Козлов, Александр Логинов, Ольга Садовская. Видное ТВ.